Значит, я водитель маршрута такого-то, 11.03.18, около 20.00, выехал по маршруту Океан на остановке Корабелов по... Ко мне зашли 5 пассажиров в возрасте 16-18 лет. Трое ребят и 2 девушки. Четверо из них оплатили проезд, а одна из девушек, которую я заполнил, проезд не оплатила. Я вечно попросил ее оплатить, потом повторил свой вопрос. В ответ услышал, что она вроде как оплатила и начала оплачивать. Начал оплачивать? В итоге, это водитель пишет, я оригинал его прочитал. В итоге все же оплатила проезд, швырнув мне деньги. После чего эта компания начала хохотать и, не стесняясь пассажиров, среди которых находилась моя жена, говорили, что не прокатило, и обзывала меня нецензурными словами. Вот. Жена заступила за меня и сказала этой компании, что так говорить нельзя. Человек, который вас везет, старше вас по возрасту, люди в салоне маршрутки все это слышали. После слов жены в ее адрес посыпались нецензурные слова, оскорбления. После чего на остановке у нее сам я остановил машину и культурно попросил выйти, раздав деньги за проезд. Я считаю, что поступил правильно, и нервничать, ругаться и заниматься воспитанием чужих детей я не намерен. То есть он вернул им деньги? Он вернул им деньги, конечно, это в любом случае он возвращает деньги. Вот две позиции. Как мы будем поступать? Увольнять? Или все-таки этот самый, где-то какая-то должна быть объективность? Я согласен, есть хамство, огромное хамство, есть много несправедливости, будем говорить, в отношении пассажиров со стороны водителей. Но не я их не воспитывал, не вы их воспитывали. Их воспитывала та страна, в которой мы живем. И каждый, что мама вложила туда в голову, вот так вот и человек так действует. Кто-то хамит, кто-то не хамит. Поэтому вот как быть, давайте примем решение. Такая же ситуация была по 91-му. Вы же не слышите и не слушали. Примерно такая же. До сих пор вам скажу, что уголовное дело, не знаю, как его закрыть. Вот это, которое криминальное проваджение. По 91-му. Потому что там нет никаких ни увечий, нет ни легких телесных, ничего. Там есть, как я говорил прежде, было хамство со стороны как одной, так и другой стороны. Женщина пыталась выяснить, кто, понимаете, мы забыли за, в том случае мы забыли за разборами, забыли за дитя, и выплеснули этот сам, как поговорить. Как ребенок. Так, а я же вам говорю, конфликт возник из-за ребенка, а мы опустились до разборов, фактически уже потом последствия, будем говорить, непровоза, вылились в личностные оскорбления и вылились вот в такой конфликт. Фактически женщина 3 дня там, или 4 дня ездила, приставала, вот просто садилась и приставала к водителям в ходу, в движении, выясняла, кто не провез ее ребенка. Фактически оказалось. Кого-то, что ребенка не повезли. Согласен. Это было, да. И потом, понимаете, трусливо все водители, я вам говорю рассказ, потом все водители трусливо, видя, что конфликт развивается, промолчали. Кто это сделал, до сих пор не выяснил. Но у нее получился конфликт вот с этим мужчиной. Она к одному пристала. Один вежливый ответил. Ко второму отправили на диспетчера. К третьему тот тоже как-то там на диспетчера перевел это. А третий, в четвертого получилось то, что получилось. Извините за эмоциональность. Так же самое и здесь. Что будем делать? Давайте предлагать уволить, четвертовать, я приму ваше решение. Коллеги,